Привет, друзья! Привет, подписчики! Привет, новые подписчики! Всех с праздником, с Днем России! Сегодня я приготовлю в казане на костре с дымком шах-плов. Вот такенное блюдо. Смотрим, друзья, что нам понадобится. Как всегда, получится вкусно. Готовим. Взял для нашего блюда здесь курага полстакана, полстакана изюма, свинина режем кубиком, две луковицы, приправа для плова, маслица, соль, куркума, лаваш армянский, соответственно рис. Рис я отварил заранее. Наш плов, шах-плов, я сегодня приготовлю в двух казанах. Взял, вот у меня есть алюминиевый, есть узбекский казан. Начнем с узбекского. Ставим наш узбекский казан на огонь. Маслица по стеночкам, грамм 70. Полукольцами. Отправляем лучок. В лучок сразу добавим куркумы, чайную ложку. Отправляем мясо. Присолим. Пошла курага и пошел изюмчик. Мешаем. Дадим сюда приправу для плова. Дадим немного воды. Накроем крышечкой, потушим минут 5. Дальше берем наш лавашик армян. Смазываем маслицем с двух сторон. Так, один лавашик смазали. Распределяем его в наш казанчик аккуратненько. Так вот его утопим даже чуть-чуть. Края оставляем. Смажем второй лавашик маслом. Аккуратненько все делаем. Края оставляем обязательно. Выкладываем рис. Выкладываем мяско. Делаем слоями. Рис, мясо, рис. И сверху обратно рис. Получится супер вкусно. И закрываем наши края аккуратненько. Раз, два, три, четыре. Вот так вот его даже утрамбуем маленечко.
ставим на огонь минут на 5, на 7. Огонь минимальный. Прикрою крышечкой, пусть лаваш прожарится снутри, подождем маленько, огонь не сильный. Минуты две прошло, откроем крышку, уберем, пусть поджарится лавашик еще. По 5 минут. Берем блюдо, накрываем наш казанчик. Сейчас самый сложный процесс. Так, нам надо вот так его взять поудобнее. Опа! Вау! Друзья, шах-плов готов. Посмотрите, какая красота. 100% вкусная. Давай. Рис рассыпчатый, мяско прожарилось, праздничное блюдо. Вот такая красотища сегодня у нас получилась, праздничное блюдо. Всех с Днем России! Подписывайтесь на мой канал, готовьте вместе со мной в казане, на костре, любые блюда. С вами был Андрюха Байкал. Всем пока и приятного аппетита! Обалденно, как вкусно!